Если хочешь поближе узнать человека, пригласи его в гости. Ночью. В эфир. Ночной гость на канале «Пермь» на РБК. Здравствуйте, на канале «Пермь» на РБК программа «Ночной гость». С вами Оксана Еваева. И Николай Решетников. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях начальник управления аналитики и экспертизы, может быть, наоборот, Пермской городской думы Лев Гершанок. Здравствуйте, Добрый Лев. Вечер. Добрый вечер. И самый первый и оригинальный вопрос от Оксаны Еваевой. Самый оригинальный вопрос от меня. Да, Лев, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше управление? Само название, оно говорит о том, что занимаемся фактически двумя вещами. Экспертиза и аналитика. А последовательности я правильно назвал? Аналитики и экспертизы или... Экспертиза и аналитика. Ты хочешь сказать, что главнее? Экспертиза или аналитика? Да. Смотрите, наверное, здесь что главнее говорить довольно сложно, потому что на самом деле те нормативные акты и те решения, которые принимаются, они должны подвергаться и тому, и той процедуре, и этой. Да? Поэтому, наверное, здесь последовательность, она довольно условна. Скорее, это выбрано сугубо из благозвучности самого названия, не больше. Ну, а если говорить уже о том, чем занимаемся, то, ну, наверное, само название, оно несколько такое отпугивающее. Да, оно удивляющее, конечно. Оно удивляющее, потому что, на самом деле, когда я сам первый раз услышал название, у меня даже у самого были определенные вопросы о том... Зачем экспертиза городской думе, да? Да, зачем, собственно, нужна эта экспертиза? На самом деле, это определенная, довольно такая глубокая работа, которая показывает о возможности принятия тех проектов решений Пермской городской думы, которые приходят к нам от субъектов правотворческой инициативы. Давайте еще разочек... Сейчас уже переходим на человеческий язык. То есть вы экспертиза и аналитика прежде всего документов. Да. Правильно? Главным образом документов, надо понимать, что каждый документ имеет какое-то содержание. Поэтому главным образом мы экспертируем не столько форму, сколько содержание. Последствия этих документов, возможность их применения в реальной городской жизни и, безусловно, такие вопросы, как соответствие действующему законодательству и финансовое обеспечение. То есть депутатам не обязательно. Вот смотрите, да, вы чиновник среди депутатов, так? Но все-таки мы находимся в аппарате Пермской городской думы, и непосредственно, конечно, к депутатам мы не относимся. Скорее, мы являемся той структурой, которая обеспечивает работу Пермской городской думы, и, ну, я надеюсь, в какой-то степени помогает депутатам Пермской городской думы ориентироваться в тех бескрайних вопросах. О чем я и хотела сказать. Вопросах. То есть депутату не обязательно знать законы очень хорошо, потому что есть вы. На самом деле, наша задача действительно обеспечить соответствие действующему законодательству тех решений, которые принимаются Пермской городской думой. А насколько у нас умные депутаты? Вот, подожди, не так надо формулировать. Я вынашивал этот вопрос прямо с самого начала. А ты взяла его и так, хоп, топорно. Зачем? Давайте красиво. Давай. Вот предлагаю, тонко. Ну, сейчас обсудим. Характеризовать депутатов, там, умные, неумные, это не очень корректно Льву будет. Это мы после передачи с тобой обсудим. Подожди, сколько заворачивается обратно? Подожди, все правильно ты говоришь. Только надо спрашивать. Мужчине слово. Да, пожалуйста. Как мне кажется, вот насколько нынешний состав депутатов городской думы более законоподкованный, нежели предыдущий, например? Если говорить по количеству инициатив, то их количество точно возросло и довольно существенно. Если раньше это были единичные случаи, всего их накапливалось, небольшой процент, то сейчас инициативы депутатов, они занимают довольно значимое место в инициативах Пермской городской думы. И более того, скажу, что сейчас мы переходим к такому подходу, что все-таки решения, вырабатываемые на уровне Пермской городской думы, формируют идеологию решения вопросов местного значения. То есть довольно много именно стратегических вопросов, важных вопросов сегодня перекочевывают на уровень Пермской городской думы. И это довольно серьезный показатель, когда депутаты становятся не только теми, кто оценивает проекты решений и решает голосовать, не голосовать. Сегодня депутаты очень активно вовлекаются в правотворческий процесс. Они являются инициаторами очень многих процессов. Да, то есть у нас сегодня действует ряд рабочих групп на уровне Пермской городской думы, начиная от
рабочие группы по разработке новой редакции устава города Перми и заканчивая рабочей группой по увеличению налогового и неналогового потенциала. Ну, есть и другие группы, например, рабочие группы такие, как по развитию инвестиционной привлекательности. Ну, это как раз та группа по увеличению налогового и неналогового потенциала. То есть она как раз и занимается вопросами инвестиций. И есть еще у нас работа, и есть рабочая группа по транспорту. И, безусловно, сегодня мы уже констатируем о том, что формирование решений, оно как раз во многом осуществляется на уровне Пермской городской думы. И таких примеров довольно много. В том году мы приняли транспортную концепцию. В этом году ряд проектов также разрабатываются, про которые я сказал. Много проектов, относительно много проектов, которые были внесены депутатами, уже носят не технический характер, а содержательный характер. Ну, например, в качестве примера, наверное, можно сказать, что в начале этого года мы с помощью депутата внесли довольно серьезные изменения в положение о рекламе. Реклама очень важна. Значит, ответ на твой вопрос ты услышала, да? А умные ли у нас депутаты? Ну, так, частично да. А вот знаете, вот так хочу спросить, не знаю, можно, нельзя, но все-таки вот... Ты вот... у меня спроси, а обсудим, как спросить. Тут уже слова такие прозвучали, устав города Перми, вот это тебя очень подмывает, да? Ну, спроси. Да. Ну, вот смотрите, да, вот все-таки главное, чего в уставе всех интересует, понимаете, о чем буду говорить, да, вот три модели есть. Ну, назову их так, грубо, да, мэр-хозяйственник, мэр-президент и мэр, как его бы еще назвать-то? Два варианта вы оба назвали. На самом деле три варианта, о которых вы говорите, ну, второй, они компонуются, компонуются из двух вариантов, выборность-невыборность мэра и второй мэр глава администрации, да? Либо глава представительного органа. Вот вам ближе какой? Здесь как это раз... Это уже политика. Как раз если он чиновник, он не может рассуждать как избиратель? Я, наверное, скажу как, просто как гражданин. Да? Вот я это и хочу. Смотрите, на самом деле, если бы был бы тот вариант, который лучше, наверное, его бы прописали бы в федеральном законе, сказали бы муниципалитетам, вот вариант, который мы уже оттестировали, проэкспертировали. Ну, что русскому хорошо, немцу смерть, может быть, ну, как это? Ну, слава богу, у нас для законы все. Регионы разные. Да, и поэтому, на самом деле, законодатель-то сказал, что, уважаемые муниципалитеты, в каждом варианте есть свои плюсы и свои минусы. Определитесь по своему внутреннему убеждению, по мнению городского сообщества. И этот процесс у нас является таким длящимся, то есть у нас единственный, я думаю, город в Российской Федерации, который опробовал все три модели. Ну, все три модели. Ну, я думаю, что как жители города Перми, вы тоже можете оценить плюсы и минусы всех этих конструкций. Смотрите, есть очень много... Хорошо, для вас, как для начальника управления экспертизы и аналитики, какой вариант был бы более предпочтительным? Для меня, как начальника управления экспертизы и аналитики, устроит любой вариант, потому что я работаю с теми решениями, которые высказывает городское сообщество, высказывают депутаты. Для меня это аксиома, для меня это давность. А вот на вашу работу больше спасибо или недовольство? А третий вариант почему ты не предложила? Предложи. Пожалуйста, третий вариант, или вашу работу не замечают депутаты? Самое... Тут трудно, мне кажется, не заметить. Для меня, как для начальника управления экспертизы и аналитики, самое большое моральное удовлетворение, когда мы находим выход, консолидированный выход из самой сложной ситуации. И когда все-таки мы находим варианты решения конкретной проблемы, и она удовлетворяет всех, то... Так это у вас это праздник, есть, значит, в управлении должен быть. Как часто. Как часто праздники-то у вас в управлении? Как часто празднуете? В той либо иной степени мы это празднуем по итогам каждого пленарного заседания Пермской городской думы. Ну, конечно, праздники бывают разные. Да? То есть если дума проходит без каких-либо отклонений, без каких-либо эксцессов, конечно, это определенный праздник в душе. Да? То есть это оценка нашей работы. Если есть замечания, есть какое-то недопонимание, есть какие-то ошибки в тех мнениях, которые мы предлагали депутатскому сообществу, безусловно, это довольно серьезный прокол в нашей работе, и мы стараемся все-таки минимизировать и серьезно очень подходим к тому, чтобы этого в дальнейшем не было. Действительно вам благодарен за то, что вы участвуете в нашей программе, потому что для меня, например, это стало неким открытием.
То есть у меня работа немножко по-другому виделась. Очень важно ваше мнение, что ощущение работы, именно то, что это работа с людьми, это творческое, да, это как концептуальное. Безусловно, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы именно население, жители города понимали вот этот коридор, этот канал трансформации их идей в принятие управленческих решений, городских управленческих решений. Со своей стороны задачей видим именно формирование такого коридора, чтобы все-таки каждый гражданин имел возможность, ну, если не получить решение Думы, по крайней мере, понимать, куда пойти и что с ним делать. Да? И сейчас, ну, довольно в этом направлении тоже мы широко смотрим. То есть мы в обязательном порядке размещаем проекты решений на сайте Пермской городской думы. И, честно, ну, вот, пользуясь случаем, хочу всех пригласить посмотреть. Наша-то работа как раз и заключается в том, чтобы попробовать услышать население, услышать его. То есть в ваши функции входит еще непосредственно контакт с населением именно, а не просто нормотворчество в стенах больше Думы? Идеями, скорее больше, с идеями, больше, да. Которые трансформируются на уровне города, с идеями, потому что понятно, что городская среда, городская сеть, она живой организм, и у нас определенные мысли, определенные идеи зреют и в профессиональной среде, и в гражданском обществе, и, безусловно, если мы просто закроем шторку и скажем, что вот мы работаем с документами, мы работаем формально только с теми документами к нам приходят, ну, скорее всего, это путь к нарастанию определенной напряженности, что, в принципе, допускать нельзя. И на самом деле, те предложения, которые к нам приходят, в них точно есть периодически здравый смысл, в них есть хорошие идеи, которые нами реализуются, и очень часто к разработке документов мы привлекаем профессиональные сообщества и различные структуры различных экспертов и это сотрудничество, оно довольно эффективно. Ну, надо понимать, что все-таки у любого эксперта взгляд все равно свой, и именно многообразие взглядов на ту либо иную проблему позволяет принять взвешенное и консолидированное решение. Город-то у нас будет развиваться? Если коротко, то да. В этом нет никакого сомнения. Весь вопрос, наверное, о том, что развитие – это тоже определенная стратегия города. Да? Смотря куда это, развиваться, это вот определенное направление развития города. И развиваться действительно можно по-разному. И сегодня, вот если уже говорить про эти направления, то, наверное, во многом направление развития города, перспективы развития города, они как раз и консолидируются в тех решениях, которые принимаются Пермской городской думой. И если говорить о конкретных процедурах, о конкретных механизмах выработки этих решений, то, наверное, сейчас у всех на слуху предполагаемые изменения генерального плана города Перми. Буквально 3 года назад у нас было довольно активное обсуждение того, каким должен быть город Пермь с точки зрения территориального развития. Это те моменты, когда на уровне Пермской городской думы мы достигли определенной консолидации позиций в том, что город должен быть компактным, что мы должны заниматься экономией ресурсов, в том числе финансового, людского. Это тогда достигли. И так далее. Да, да, а да, сейчас, да, да. А сейчас город должен быть большим. Город должен быть комфортным. Комфортным. Должен быть комфортным и должен быть для людей. И, это вы наконец-то поняли. Это поняли наконец-то депутаты. Нет, я не имею в виду Льва. Я имею в виду всю нашу думу. Это ставится нашей целью. Но нельзя сказать. А вот давайте вот. Чтобы город был завтра комфортным. Да? То есть встать, принять решение на Пермской городской думе, что с завтрашнего дня город Пермь является комфортным. Этому предшествует очень большая работа, социальная работа, работа по обсуждению и по выработке единого мнения в городском сообществе, принятию управленческих решений, консолидации финансовых ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. И вот как раз сейчас, по истечении 2 лет по реализации генерального плана, поступили предложения, которые предлагают несколько пересмотреть стратегию территориального развития. Это главным Давайте образом... только в двух чертах, потому что... Это главным образом застройка новых территорий. Вот. Застройка новых территорий. Вот. Сейчас ведется активное обсуждение этого вопроса, и, безусловно, сейчас предвосхищать то решение, которое будет, довольно сложно. Но, тем не менее, это как раз тот процесс, который идет через круглые столы, через публичные слушания, через обсуждения, через какие-то встречи с избирателями о оценке тех изменений, которые предлагаются, и... В конечном итоге это выйдет на принятие решения о
либо изменение стратегии территориального развития, либо нет. То есть это длительный процесс, который непосредственно влияет на каждого, может быть, если не завтра, но в долгосрочной перспективе уж точно. В общем-то, очень хочется надеяться, да не хочется, а надеемся, что город Пермь будет комфортным в итоге. Лев, я надеюсь, что вам сегодня у нас в гостях было тоже комфортно. Я пожелаю Льву много работы. Спасибо. Потому что, я так понимаю, чем больше у вас работы, тем вам интереснее. И чем больше у вас работы, тем активнее наша Дума. А значит, у нас будет чего выбирать в конце концов. И еще за сегодняшнюю программу я все-таки вот управление экспертизой и аналитики Пермской городской Думы. Одно из важных направлений деятельности – это консолидация. Вот сегодня в течение всей программы очень часто звучало это слово. И мне кажется, это одна из основ работы вашего, в общем-то, управления. Ну, мы, по крайней мере, стараемся к этому приближаться и действительно стремимся к тому, чтобы те решения, которые принимались, они были консолидированным мнением всего городского сообщества и воспринимались им как наши правила. Ну, удачи вам на наше благо. Удачи и спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вы смотрели программу «Ночной гость». Сегодня у нас был Лев Гершанок, начальник управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы. Всего вам доброго и приятных снов. До свидания.